У нас в гостях Арина Болдырева, представитель компании Софи, которая занимается пряниками, как вы поняли уже. Ирина, расскажите, пожалуйста, о своей компании. Группа компаний Софи, на самом деле, у нас не просто пряничная студия Софи, а целая группа компаний, которые занимаются самыми разными кондитерскими произведениями искусства, мы так считаем, потому что все, что делается в нашей студии, производится вручную художниками-кондитерами. Все расписывается, оформляется под запрос клиента, под какой-то праздник, под какие-то наши разработки. В этом, собственно, уникальность продукта, потому что он каждый новый пряник не такой, как вот только что был сделан. В основном это имбирно-медовые пряники расписные на какие-то самые крупные любимые праздники, Новый год, Рождество, 23 февраля, 8 марта обязательно, День влюбленных теперь у нас принято отмечать, Пасха обязательно. И какие-то другие обычные семейные праздники, юбилеи, торжества, свадьбы, дни рождения. Кроме имбирно-медовых пряников мы делаем карамель ручной работы, расписную, есть какая-то совершенно уникальная у нас такая карамель с рисунком внутри. Наблюдать за процессом изготовления – это, ну, магия, когда ты смотришь, понимаешь, что ребята-карамельщики, карамелье они правильно называются, укладывают слоями вот эту карамель, и потом в конце, когда весь процесс прошел, ты видишь, что в карамели внутри оказался рисунок, ты, в общем, понимаешь, что это было волшебство. Ты не можешь, как потребитель, предположить, что потом вот будет такая вещь. К сожалению, не могу показать. Ну вот, поверьте на слово. Ирина, скажите, пожалуйста, где находится ваше производство и как вы сейчас реализуете ваш товар? Мы сейчас находимся в Подольске, на территории легендарного завода «Зингер». Переехали мы туда не так давно по одной простой причине, что мы все время расширяемся, растем. Москва – город дорогой, большой, такой, скажем так, суетливый. Мы немножечко в сторону переехали, чтобы иметь больше возможностей развиваться, расширяться, наращивать свои, да, там, производственные мощности, склады. Работаем мы со всей России и выходим на экспорт с торговыми сетями, с крупными, с розничными клиентами, через интернет-магазин, всеми возможными и невозможными путями и способами. Всегда рады. Ирина, спасибо вам огромное.